На улице Ленин 6-летнюю девочку покусал сенбернар. 18 августа около 8:20 утра полицейский, подвозивший жену на работу, увидел, что огромная собака набросилась на проходящую мимо девочку. Мужчина незамедлительно выбежал из машины и отбил ребенка у животного. Все это увидев, я, конечно, выскочил из машины и нанес собаке пару ударов. Не было нечем, поэтому ногой пришлось. Вот. Она, собака, на это отреагировала, то есть от девочки она отстала. В это время супруга вместе с женщиной ребенка утащили, посадили там машину рядышком. В интервью полицейский сказал, что в обычный день обошел бы такую собаку по соседней улице, но размышлять было некогда, жизнь ребенка была важнее. Из соседнего магазина выбежали люди, вызвали полицию и скорую помощь. Приехала служба ГНР, группа немедленного реагирования, и взяла ситуацию в свои руки. Животное усыпили. Александр заслуживает самой высокой награды, то есть действительно проявил смелость, грамотно действовал в данной ситуации, невзирая на опасность, он предпринял попытку, он сделал действие, которое своими действиями обезвредил собаку. Случившееся в минувшую пятницу обошлось без серьезных травм для людей. Девочка цела, все могло быть гораздо хуже. Заводя таких крупных питомцев, не забывайте о должном воспитании. Собака – друг человека, не должна нести опасности для общества.